поехали. Прелюдия ми минор, Фредерик Шопен. Когда я ее разбирала, я думала, господи, как интересно. Человек просто переставлял нотки. Там бемолька, тут диезик. И внезапно добрался до какого-то катарсиса. Потом, конечно, музыкальные теоретики все это натянут на глобус и расставят функции аккордов. Но я думаю, что так и надо писать музыку. Не надо думать о функциях. Вообще любые диезы, бемоли вставляешь. Звуковые колебания, они вообще в принципе красивые сами по себе. Ну, если в итоге что-нибудь по гармонии сойдется, будет вообще прекрасно. Поэтому Фредерик Шопен. Thank you.